Телевидение – это волшебный мир, а в канун Нового года тем более. Здесь каждый, если сильно захочет, может сказать о том, чего желает себе и людям в Новом году. Это действительно так. Телевидение – это волшебство, поэтому не будем заставлять ждать карагандинцев и дадим им поздравительное слово и покажем волшебство. Хотелось бы поздравить от лица Деда Мороза и Снегурочки всех с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья, улыбок, побольше денег на Новый год. Всем желаю удачи и побольше денег, чтобы все были счастливы. Чтобы мы все жили в мире, спокойствии и в тишине. Всем желаю счастья, добра, мира. Кто желает хорошего, я всем желаю такого. Всем народу, всем нашей стране. Живите как хотите, самое главное – быть счастливы. Желаю всем также продуктивного 23-го года, чтобы у всех все было хорошо, никто не болел, все достигали своих целей и желаний. Все обязательно сбудется. Я всем желаю любви и счастья и подарки на Новый год. Думаю, что Санта нам подарки подарит. Желаю всем любви, счастья и здоровья. С Новым годом!